Хотите, чтобы ваши видео на YouTube выглядели как голливудский блокбастер? Сегодня я раскрою секретные приемы монтажа из мира большого кино, которые изменят ваши YouTube-видео. Эти фишки не просто улучшат качество ваших роликов, а они заставят зрителей залипнуть у экранов, готовы превратить свой канал в настоящую киностудию. Тогда устраивайтесь поудобнее, я расскажу, как использовать магию кино в ваших YouTube-видео. Всем привет, меня зовут Рома, и это Movavi Vlog, канал, где вы учитесь создавать и продвигать крутые видео на YouTube. Знаете, что общего между вашим любимым блокбастером и популярным YouTube роликом? Правильно, грамотный монтаж. Именно он создает ту самую атмосферу, которая держит вас у экранов. Сегодня я поделюсь 5 мощными приемами из арсенала голливудских монтажеров, которые не просто сделают ваши видео красивее, они помогут вам рассказывать истории так, что зрители будут возвращаться на ваш канал снова и снова. Давайте начинать. Первое, о чем я хотел бы вам сказать, это то, что часто монтажеры слишком увлекаются экспериментами со стилем, забывая о целостности и логике повествования. Что я имею в виду? Я говорю о видео и фильмах, где визуальное решение и стилистические приемы выходят на первый план, а сюжет и главная идея отходят на второй план. Отсутствие четкой сюжетной линии всегда заметно зрителю и воспринимается как недостаток. Чтобы этого избежать, я рекомендую оценить свое видео еще на стадии черновой сборки. Есть ли в нем то, что действительно цепляет и увлекает? Если без музыки, переходов и спецэффектов видео разваливается на глазах, значит, вы упустили что-то важное в самом повествовании. Разумеется, качественный саунд-дизайн, цветокоррекция и другие дополнительные элементы тоже важны, но они должны служить для усиления и раскрытия истории, а не быть самоцелью. Всегда отталкивайтесь от истории, и тогда ваши видео на YouTube будут действительно цеплять аудиторию. Возьмем, к примеру, нашумевший фильм «Паразиты». Несмотря на его визуальную привлекательность и первоклассную работу оператора, стиль служит истории, а не наоборот. Это хороший пример того, как важно сохранять баланс между визуальным и повествовательным содержанием. Например, монтаж, который показывает переходы между домом богатых Паков и домом бедных Кимов, используется для подчеркивания социального контраста и неравенства. Когда Кимы проникают в дом Паков, монтаж акцентирует внимание на различиях в образе жизни. Переходы не перегружены эффектами, они создают напряжение, позволяя зрителям осознать, как сильно различаются жизни двух этих семей. Монтажер также эффективно использует пространство и композицию в кадре. Например, в сценах, где Кимы прячутся от Паков, в кадре фиксируется их страх и напряжение, что усиливает драму. Каждый кадр тщательно продуман, чтобы подчеркнуть сюжет и развитие персонажа. Использование наработок кинематографистов в ваших видео может создать потрясающий эффект, если вы внимательно будете следить за тем, чтобы стилистические приемы служили вашему рассказу, а не заменяли его. Если вы ищете инструменты, которые помогут вам легко и эффективно реализовывать ваши идеи, то я рекомендую обратить внимание на наше специальное предложение. Movavi Unlimited – это уникальный годовой план, который объединяет внутри одной интуитивно понятной платформы все самое лучшее от Movavi. И это не только сам видеоредактор Movavi версии Plus, но и программы для обработки фотографий, для записи экрана, конвертации медиафайлов, а также ряд полезных приложений для работы с документами. Помимо этого, Movavi Unlimited открывает годовой безлимитный доступ ко всем наборам магазина эффектов Movavi. Ориентироваться в инструментах крайне просто: подготовка исходников, визуальное оформление целых видео, редушь фотографий. Каждый из этих этапов можно сделать всего в несколько кликов. И в отличие от профессиональных аналогов, Movavi Unlimited доступен для многих пользователей. Годовая подписка даст вам доступ к 9 программам и огромной коллекции эффектов по цене всего одного приложения. А для корректной работы платформы вам будет достаточно и среднего по характеристикам компьютера. Получите скидку 80% на наш абсолютный бестселлер Movavi Unlimited. Обязательно переходите по ссылке ниже, чтобы воспользоваться эксклюзивным предложением Movavi Vlog. А если вы хотите протестировать возможности видеоредактора Movavi перед покупкой пакета Movavi Unlimited, вы можете это сделать. Попробуйте Movavi Video Editor – идеальную программу для создания ярких видео на YouTube и в соцсетях. Скачайте ее бесплатно и пользуйтесь без ограничений по времени. Подробности на нашем сайте, ссылка на который будет тоже в описании. Ну а мы возвращаемся к теме этого выпуска. Время для второго секрета монтажа кино, который изменит ваши видео на YouTube. А именно, я расскажу про саспенс в монтаже видео. Это создание напряжения и ожидания у зрителя. Хотите, чтобы ваши видео вызывали у зрителей настоящий вау-эффект? Тогда вам нужно научиться не просто монтировать, а создавать интригу. Например, помните фильм «Начало» Кристофера Нолана? В финале фильма зрителей оставляют в неопределенности, когда вращающийся волчок в конце фильма начинает шататься. Мы не можем узнать,
вернулся ли главный герой в реальность или остался в сновидении, что делает концовку открытой для воображения и вызывает множество обсуждений. И вы тоже можете использовать этот прием. В вашем видео на YouTube тоже можно создавать напряжение и драматический эффект, просто правильно выстроив смены кадров. Например, ускоряя темп перед важным моментом, заставляя зрителей замереть в ожидании кульминации. Или наоборот, замедляя темп, чтобы подчеркнуть важность происходящего. Чтобы ваши видео вызывали у зрителей ожидания и напряжение, монтируйте так, чтобы не раскрывать все карты сразу. Например, можно сначала показать реакцию героя на событие или объект, а затем раскрыть, что это за событие или объект. Это создаст интригу и заставит зрителей задуматься. Представьте, что вы монтируете видео о ночной прогулке по городу. Начните с того, что показываете пустые улицы, освещенные только тусклыми фонарями, и добавьте звуки ночи, шорохи, листья, далекие шаги. Затем, когда по городу начинают идти герои, используйте резкие переходы между кадрами. Крупные планы его лица, полного тревоги, и общие планы, где он теряется в темноте. Внезапно покажите, как из-за угла появляется тень, чтобы усилить эффект неожиданности. А затем, когда герой решает подойти ближе, сделайте паузу на его лице, в полном ожидании. Это создаст момент, когда зрители задают дыхание, ожидая, что же произойдет дальше. Таким образом, вы сможете создать атмосферу саспенса, удерживая внимание зрителей до самого конца. Другой прием – показывать лишь тень или звук, позволяя зрителю самим додумывать, что происходит. На протяжении всего видео можно поддерживать интригу, постепенно раскрывая детали. Например, в фильме «Психо» Альфреда Хичкока зрители долго не знают, кто является убийцей, что создает напряжение. Запомните, когда вы монтируете видео, вы не просто соединяете кадры, а рассказываете историю, которая должна увлекать, вызывать интерес и удерживать внимание зрителя. И от того, насколько ярко и завораживающе вы будете ее рассказывать, будет зависеть успех вашего видео на YouTube. Давайте перейдем к третьему приему из арсенала киношных монтажеров. Вы когда-нибудь замечали, что в голливудских блокбастерах диалоги героев кажутся живыми и захватывающими? Секрет в умелом использовании монтажных склеек, которые придают динамику даже самой обычной беседе. Например, в культовом фильме «Джентльмены» Гай Ричи использует быстрые динамичные переходы между кадрами. Вспомните диалог Майкла, наркобарона, и Флетчера, шантажиста. Резкая смена ракурсов создает ощущение напряженности, заставляя нас буквально прочувствовать, как Флетчер пытается выбить из Майкла ценную информацию. Но как перенести эту магию на YouTube? Вы удивитесь, но иногда обычная жесткая склейка может придать киношный эффект вашим YouTube-видео, если ей умело пользоваться. Например, когда нужно перенестись от стопки книг на столе к герою в комнате, то есть сделать переход между двумя несвязанными сценами. Если правильно подобрать кадры, которые логично продолжают друг друга и развивают историю, то даже простой хардкат будет смотреться стильно и кинематографично, а не как прием новичка. Кроме хардкатов, используйте джампкаты. Например, вы можете изменить план с крупного на общий, снятый с того же ракурса. Скажем, в кадре была та же самая стопка книг, а затем мы видим всю комнату и ту же стопку книг на столе. Такой переход акцентирует внимание и помогает как бы ускорить течение времени на экране. Кстати, на нашем канале вы можете посмотреть видео, где я подробнее об этом рассказываю. Оно называется «Этот метод монтажа изменит ваше видео». Ссылка будет в описании. Помните, что монтажные склейки — это не просто технический прием, это инструмент, который может сделать ваши YouTube-видео по-настоящему захватывающими. Давайте перейдем к четвертому приему из арсенала киношных монтажеров, а именно к приему, который называется эмоциональная глубина. Он позволяет зрителю не просто наблюдать за происходящим, но и прочувствовать, что переживают герои. Например, вспомните фильм «Титаник». В одной из сцен героиня стоит на палубе, и мы видим, как ее лицо отражает грусть и тоску. В этот момент камера крупным планом показывает ее глаза, полные слез. Этот прием позволяет нам прочувствовать ее эмоции, даже если мы не знаем, о ком или о чем она думает. Как использовать это в YouTube-видео? При монтаже видео для YouTube важно показывать не только что происходит, но и как события влияют на героев. Акцентируйте внимание на эмоциях. Вместо того, чтобы просто показывать общие планы, покажите реакцию героев в момент действия. Например, если в вашем видео, скажем, девушка выходит на сцену, не просто покажите сам момент, но и акцентируйте внимание на том, как она волнуется. Просматривая отснятый материал, обращайте внимание на моменты, когда герои проявляют эмоции и реакцию. Даже в общих планах вы можете увидеть выражение лица или жест, который передает их чувства. Если у вас нет кадров, где видно эмоции героев, используйте звук.
добавьте звук вдоха, смеха или другие эффекты, которые помогут передать нужные эмоции. Используйте надписи или закадровые комментарии, чтобы объяснить эмоциональное состояние героев, если вы не можете его показать на экране. Помните, что эмоциональная глубина делает видео более интересным и запоминающимся. Она помогает зрителям прочувствовать связь с героями и полностью погрузиться в сюжет. И, наконец, пятый прием монтажа из кино, который сможет сделать ваши YouTube-видео такими же захватывающими, как блокбастер, это умение отсечь лишнее, чтобы каждая секунда работала на ваш рассказ. Многие начинающие видеомонтажеры боятся потерять ценный материал, но правда в том, что чем короче и динамичнее ваше видео, тем лучше. Спрашивайте себя каждый раз, нужен ли этот конкретный кадр для сюжета. Если нет, не бойтесь его вырезать. Проверьте видео на своих друзьях, обратите внимание, когда они теряют интерес и где видео проседает. Анализируйте, и у вас получится захватывающий ролик, который наберет много просмотров на YouTube. В сегодняшнем выпуске я рассказал вам 5 приемов монтажа из кино, которые используют профессионалы, чтобы сделать видео по-настоящему захватывающим. Надеюсь, мои советы были для вас полезными, и теперь вы будете обращать внимание на эти приемы и лучше понимать, как работает магия кино. Не забывайте, что лучший способ научиться монтажу – это монтировать самому и много. Поэтому берите свои камеры, смартфоны, открывайте видеоредактор Movavi и начинайте творить. Удачи и до встречи в новом видео!